Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарии назначена Юлия Пархоменко. Указ об этом подписал Арсен Коноков, сообщает пресс-служба главы и правительства КБР. Напомню, Институт омбудсмена по защите прав предпринимателей появился в России в июне прошлого года. Юлия Пархоменко – опытный управленец, работала в легкой промышленности, возглавляла администрацию города Прохладный, была председателем регионального отделения деловой России. Новый уполномоченный по защите прав предпринимателей имеет степень кандидата экономических наук и звание «Заслуженный работник промышленности Кабардино-Балкарии».